друзья, земляки, всем привет! Серик Сапиев, как обстановка в Казахстане? У нас боевая, напряженная. Сидим дома, тренируемся, выполняем все условия, чтобы бороться с пандемией. Только так мы можем побороть вирус. Друзья, я вам всем советую, слушайте ваше государство и будьте здоровы. Тренируйтесь дома, как я. Точку уже знаете как. Ручки повыше, да, вперед-назад. Голова думает, ноги делает. Челнок называется, да. И теперь раз, левая, 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 правая. На уровне подбородка, видите? Вот. Лево, вправо, вперед, назад, влево, вправо. Молодцы, координация шикарная, молодцы. Теперь давайте влево-вправо. Да, тянусь, да. И вот так вот, да? Бес, Бергенес, Алга, Казахстан. Я с вами, друзья. Ура!